Отправляй не только Махверу с Дуду. Моего льва должны посещать и другие хатун. И тогда кто-то из них скоро сообщит нам радостную весть. Не беспокойтесь, госпожа. Войди. Госпожа, Халима Султан здесь. Пригласи. У меня мало времени, Халиме. Чего ты хотела? Валиде Султан. Шехзаде Мустафа был помилован, за что я вам безмерно благодарна. Это было решение нашего повелителя. Надеюсь, ты сможешь оценить его милость. Поэтому я и пришла. Я должна доказать свою преданность за то, что мой сын помилован и будет жить. Странно слышать это от тебя. Ты вчера пыталась бежать. Вы сделали бы то же самое, желая спасти своего сына. Сейчас вы поступаете так же. Вы защищаете повелителя от малейших бед и напастей. Говори, чего ты хочешь. Чтобы понять, что нас объединяет, я решила оглянуться назад. У нас есть общий враг. Он нанес нам раны прямо в сердце. София Султан. Если ваше могущество соединит с моей проницательностью и решимостью, ей с нами не справиться. Я не хотела себя хвалить. Но это ведь правда. Я давно уже одержала победу Халиме. София Султан вышлет. Дворец слез ее ждет. Неужели вы этому верите, госпожа? Думаете, что она уедет? Вот поэтому вы нуждаетесь во мне. София Султан сделает все, и тогда в ссылку отправитесь вы, а она останется во дворце. Можешь идти. Диль-диль. Я на нем в Эдирне хочу скакать. Оттуда в Вену. Прямо на войну. Но! Но это же далеко, Шахзаде. Ты не устанешь? Я не устану. Я же буду на лошадке скакать. Если бы ты мог взять и меня, отвез бы домой. Садись на моего коня. Хотя ты же не можешь. Нельзя. Я знаю. Мне говорили это уже слишком много раз. И ты больше не будешь сбегать? Дорогу! Халиме Султан Хазрет Лири! Мама! Кому достался титул Валиде Султан? Ей ли управлять гаремом? Эта Хандан двух овец бы выпасти не смогла. Осторожнее, моя госпожа. Мы чудом в живых остались. Сегодня мы уцелели. Но что будет завтра, Манекше? А вот что. С рождением первого Шахзаде моего сына тотчас казнят. Или мой сын взойдет на престол.
или не дождаться нам покоя. Покупайте ковры. Продаю недорого. Прошу, покупайте ковры. Ковры. У меня мало времени, Ханзаде. Валиде не должна заметить моего отсутствия. Госпожа, пока вы не пришли, я мечтал увидеть вас хоть на минуту. Но, встретившись с вами, я спрашиваю себя, как я жил, не видя вашей улыбки. По словам Соломона Эфенди, это драгоценное украшение, единственное в своем роде. Такое же, как и вы. Я приказывала, но вы ослушались. Я умоляла, но вы не слышали. Где же взять сил, чтобы не встречаться с вами? Поймите. Будем счастливы. Нас ждут страдания. Нет большего страдания, чем разлука с вами. Подумайте о себе. Если о наших отношениях кто-то узнает, вам отрубят голову. Однажды, госпожа, я заблудился в лесу. Я тогда был маленьким, а лес огромным. Я сбился с тропинки и никак не мог выбраться оттуда. Ходил кругами. Было страшно. Я проголодался и выбился из сил. Я сел возле ветвистого дерева. И вот опустилась ночь, мне показалось, что лес меня поглотит. Как же вам удалось спастись? Шахин. Утром он нашел меня там спящим. Я думал, что ночь опустилась навечно. Что больше не будет солнца. Что оно никогда не взойдет. Но солнце взошло. Какой бы темной и страшной ни казалась нам ночь, рассвет наступает всегда. Хвататься за пустые надежды у меня не хватит сил. Не поступайте так. Теперь понятно, что ты от меня скрываешь.
Присланное вами колье из зеленого муранского стекла. Просто великолепно. Это письмо, что я писала. Вы его отправите Марии Медичи? Твой итальянский нас устроил. Видно, что тебя достойно воспитывали. Хандан Султан каждую ночь отправляет к повелителю новую хатун. Наш внук, видимо, пошел в своего покойного деда. Не отсылает ни одной из наложниц. Скоро дворец вновь наполнится заливистыми голосами маленьких шахзаде. Он обиделся, узнав, что я сбегала. И не хочет видеть. У нас любят говорить, чрезмерные капризы губят любовь. А любовь — это доспехи. Если уж тебе так страшно, надень их. И запомни главное. Любовь — самая надежная пристань. Это ее, да? Той девушке, которую ты спасал? Ну и не говори. А я не расскажу, куда ее увезли. Ты знаешь? Узнал. Турнен Джибаши говорил с тем типом. И где же она? Ее увезли. Увезли во дворец. К самому султану. Ты ведь знаешь Стамбул наизусть, верно? Как мне добраться до дворца? В Стамбуле много разных дворцов. И я говорю о самом большом, о дворце султана. Зачем тебе это? Покажешь мне, где он находится? Вставай, хатун. Одевайся. Повелитель ждет тебя. Пойдем вместе. Я... Повелитель позвал меня к себе. Идем. Повелитель ждет тебя наверху, в башне справедливости.
Настя. Тебя разбудили, верно? Мне просто захотелось тебя увидеть. Я хотела убежать. И ты обиделся. Я ведь предупреждала. Я врать совсем не умею. Это и есть Стамбул. Великий Константинополь. Прекраснейший город на земле. Если хочешь, пройдемся по его улицам. Ты его полюбишь. Как только сможешь получше узнать. А когда полюбишь, он станет твоим. Полюби этот дворец, и он станет твоим домом. Ну а ты? Ты его любишь? Ты здесь несчастлив. Так же, как я. Все изменилось, Настя. Я падишах. Все, что ты видишь и не видишь, принадлежит мне. И я тоже. Верно? Я твоя вещь. Наложница. Я тебя обидел. Плохо обращался. Я причинил тебе боль. Ты не понимаешь. Дело вовсе не в тебе. Ты такой милый. Здесь очень много красавиц. Они хотят быть с тобой. Но ведь главное, с кем я хочу быть. Ты с ними хочешь быть. Они к тебе каждую ночь ходят. Разреши мне уйти. Кроме тебя мне никто не нужен, Настя. Только ты одна. Ты, луналикая красавица. А я твой вечный раб, госпожа. О, драгоценное сокровище. Любовь моя, ты навсегда. Гори, работенка есть. Если справишься, доверю мое белье стирать. Ты совсем тупой или ненормальный? В грязном походишь. Не зли меня, а то мокрое место останется. Стирай давай. Вот, будет пахнуть лошадью. Ох ты! Будешь делать то, что я скажу.
Понял меня? Он твой брат, Давуд? Не обижай его. Зульфикар Ага что говорил? Отныне мы братья. Не вмешивайся, Искандер. Руке больно. Хватит! Держись от Хасана подальше, Давуд. А ты храбрец, братец, спасибо. Напрасно ты беспокоился. Я и сам бы мог. Рейхан Ага. Что-то долго мы тебя ждали. Здравствуй, Мустафа Ага. Здравствуй. Отныне называйте меня Хаджи Ага. Я хадж совершил. Шайтана камнями побил. А я по-прежнему Бюль-Бюль, Хаджи Ага. И до твоих высот еще не добрался, учти. Полагаю, ты в добром здравии. Хорошо тебе в Египте жилось. Египет всегда прекрасен, Ага. Однако, если тебя в ссылку отправляют, даже рай покажется адом. Я слышал, что в гареме неспокойно. Предстоит много работы, верно? К счастью, я уже дома. Райхан Ага. В наказание нам вернулся этот Боров. Ты не прав. Этот человек хадж совершил. Стал хаджой. Так что не гневи Аллаха. Хаджой? О, Аллах, разве станешь хаджой, просто добравшись до Мекки? Осел не станет дервишем от того, что возит камни в его обитель. Хаджа. Я рада, что мы встретились, Хаджи Ага. Ты подарил мне все красоты Египта. Я бы и звезды достал, чтобы бросить их к вашим ногам. Каждый день я молился за вас. Хвала Всевышнему. Ваш раб Хаджи увидел Валида Султана и рабел. Он счастлив. Ахмед зашел на престол, и мы столкнулись с огромными трудностями. Пока мы справлялись. Осталось лишь бакшиш выплатить. Нас спасет казна из Египта, которую ты привез. Валиде, мне жаль. Но египетскую казну мы так и не доставили. Что это значит, его Зали-паша? Как ты посмел не привести казну? Морские пираты грабят суда, повелитель. Сумма, как вам известно, очень велика, 1 200 000 монет. Что за пираты, паша Хазрет Лири? Где и кого они грабили? Я буду держать ответ только перед нашим повелителем Дервиш Ага. Отвечай на его вопрос. В Средиземном море множество пиратов, повелитель. Они нападают на все корабли, которые встречают. В целях безопасности сокровищницы я счел возможным доставить ее по суше. Мои воины ждут бакшиш, паша. Вчера они бунтовали у ворот дворца. Я не могу им отказать, я им слово дал. Они решат, что я их обманул. Я обещал это перед всеми. Ха-ха-ха.
София Султан Хазрет Лири! Ты поступил благоразумно, Еву Сали Паша. Твоя преданность нам была доказана еще раз. Проси все, что пожелаешь. Благосклонность великой Валиде Султан для меня есть величайшая награда на земле. Сокровищницу из Египта я приказал укрыть в нескольких днях пути от столицы. Когда вы пожелаете, ее сразу же доставят. Позже. Касым Паша, церемонии раздачи жалований ничто не помешает? Не беспокойтесь, госпожа. Преданные вам янычары Аги и Сипахи все знают и ждут возможности выполнить ваш приказ. Поняв, что бакшиш так и не будет роздан, они превратятся в бурные потоки воды и начнут сметать все на своем пути, госпожа. Есть лишь одна сила, способная их остановить. Это вы, моя госпожа. Рано или поздно повелитель это поймет. Дай-то, Аллах. Мы тоже на это надеемся. Будьте осторожны. Завтра дворец окутает жаркое пламя. Но кто сгорит, а кого ждет пощада? Решать только нам. Еву Сали Паше было рекомендовано доставить сокровищницу в столицу, но он не прислушался к моим словам. Судя по всему, Паша находится под сильным влиянием Софии Султан, как и остальные. Хаджага, в своем письме ты говорил о подозрениях, связанных со смертью моего отца. Есть доказательства? К сожалению, нет. Но я знаю, чем он болел. Обычный недуг. Думаю, что к этому причастен главный лекарь. Сомневаюсь. Повелитель лично приказал ему разобраться с этим вопросом. И долгое время от него нет вестей. Сообщи, что я хочу его видеть. Мой лев, разве у вас нет более срочных и нерешенных дел? Завтра вам раздавать жалование. Как остановить обманутых и разъяренных воинов? Повелитель, если хотите, я могу нанести визит янычарам. Встречусь и заранее подготовлю их. После намаза поедем вместе, дервиш. Я прогуляюсь. Отвлекусь. Стой! Все равно поймаем! Стой! Не поймаешь! Я вижу, как вы переживаете. Какой тревогой переполнены. Зачем ему ехать к этим алчным воинам, дервиш? Отговори, помешай ему. Не беспокойтесь, смуту сеют не янычары, а сипахи. Вокруг нас одни голодные шакалы. Они ждут момента, чтобы загрызть моего льва. Я уже бегать устала. Не показывайте свои переживания, госпожа. Скрывайте эмоции, они не просчитают ваши действия. И никогда не забывайте. Мы в состоянии ответить на любые их нападки. Так будет всегда. Твое присутствие придает мне много храбрости. Умный человек этот дервиш. И смелый. Многие красавицы Стамбула борются за его внимание. И многие из-за него страдали. Он хитрый и коварный.
Посуди сама. Он ловко втерся в доверие и к повелителю, и к Валиде Султан. Приветствуем вас, наш повелитель. Своим приездом сюда вы оказали нам великую милость. Я давно к вам собирался. Иншалла, буду чаще вас навещать. Простите, повелитель. Нам не сообщили о вашем визите, и мы не подготовились к встрече. Мы это сделали с умыслом. Есть проблема. Визирь Хазрет Лири прибыл из Египта. Вы раздадите бакшиш, и воины наконец успокоятся. Паша Хазрет Лири вернулся. Вот только казны не привез. Она прибудет в скорости. Меры безопасности приняты из-за пиратов, наводнивших Средиземное море. Ваше жалование мы раздадим завтра. Никаких причин для беспокойства нет. Настало время, Аги, вам доказать свою преданность. Ваши подданные всегда были и будут преданы вам. Однако... если на одной чаше весов преданность... то и другая не должна пустовать. Давуд! Я убью тебя! Ты смеешь, нечестивец? Сам повелитель прибыл сюда. Ты храбро дрался, ученик. Подготовьте площадку. Я потренируюсь с ним. Дженнет Хатун. Дженнет, говорят тебе. Дженнет, запомни уже. Дженнет. Райская услада. Поняла меня? Поняла. Райская услада. Как раз для тебя, имечка. Говорят, что хлыст, как ни странно, придумали в раю. Ты не знала об этом? Вот новое письмо. Отправь его.
Отправить, значит. Ты меня в почтового голубя превратила, милочка. Искандер, не забывай, с кем ты будешь тренироваться. Ты проиграешь в любом случае. Повелитель, простите его, он не знает правил. Его накажут по всей строгости.
перешел все границы. Теперь головы лишишься. Это ж надо устроено. Я не сдержался, ага. Забыл, что передо мной повелитель. Открывай. Иди. Вперед. Стойте! Что вы делать собираетесь? Спускайся! Забирай. Повелитель, появились новости о главном лекаре. Какие новости, Насух? Я велел привести его ко мне. Но он пропал. Я расспрашивал, никто ничего не знает. Он как в воду канул. Сбежал. Предатель, это он. Я не знаю, в чем его вина, повелитель. Но говорят, что стражники видели, как старик-лекарь поутру заходил во дворец. Но когда он вышел, никто не знает. По дворцу разгуливают предатели, Дарвиш. Узнай об участи главного лекаря. Слушаюсь, повелитель. Что за история, Дарвиш? В чем провинился лекарь? Что натворил бедный старец? Не твое дело, Насух. София Султан тебя ждет. Она наверняка прикажет исполнить ее неотложные распоряжения. Не играй с огнем, Дарвиш. Не надо. Не ставь под угрозу свое завтра. Это еще вопрос, как простой дворцовый стражник стал правой рукой повелителя.